Колокова, Щелкова по волейболу, памяти Сергея Ивановича Ананина и заслуженного тренера России Владимира Ивановича Ананина объявляется открытым. Традиция проведения этого турнира зародилась еще в 2013 году под руководством Сергея Ананина в честь памяти его брата, заслуженного тренера России. Сергей Иванович ушел из жизни в конце прошлого года. Теперь турнир проводится в память о двух людях, посвятивших жизнь спорту и воспитанию подрастающего поколения. Первый турнир в отсутствии моих двух наставников, отцов. И в первую очередь важно именно продолжение того дела, которое они нам в наследство оставили. Сегодня щелковские команды ведут воспитанники Сергея Ивановича и Владимира Ивановича. Это Александр Дмитриевич Приежев, Оксана Круглова. Плюс судьи, которые обслуживают данный турнир, тоже все знали, работали с братьями Ананинами. И, в общем-то, всю волейбольную их жизнь прожили вместе с ними. Владимир Ананин любил свое дело и воспитал не одно поколение талантливых спортсменов. Под его руководством занимался тогда еще будущий олимпийский чемпион, призер чемпионата мира и Европы, а также звезды мирового волейбола. Ученик 8-й школы Кулешов стал серебряным призером Олимпийских игр. И за это Владимир Ивановичу присвоили звание заслуженного тренера России. Он продолжал до конца жизни работать волейболом. В открытом турнире городского округа Щелково по волейболу памяти братьев Ананиных приняли участие 8 команд 2007, 2008 и 2009-2010 годов рождения. Я тренировался, как все мы тренировались, как у Александра Сергеевича Ананина, так и у Сергея Ивановича Ананина. Вот. Для нас это была большая честь. Да? Вот, нам было очень тяжело после его ухода, но мы все-таки стараемся держать тот же уровень, что был при нем. Щелковские ребята показали отличную игру, заняли призовые места. По итогам соревнований среди 2007-2008 года рождения победу одержала команда из Ивантеевки. Щелковские спортсмены немного уступили соседям, завоевав серебро. Бронза досталась команде из Ногинска. Возрастной категории 2009-2010 года рождения первое место заняла команда из Подольска, второе из Королева, третье – Щелково. Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.